Петрушка листовая. Можно ли представить свой огород без петрушки? Скорее всего, это из области фантастики. У каждого любителя грядок наверняка на участке посажен не один, а несколько сортов этой зеленой ароматной травы. И это не вызывает удивления, поскольку без петрушки не обходится ни одно летнее, да и зимнее блюдо. Ее активно используют в супах, в борщах, в качестве дополнения ко вторым блюдам и заготавливают на зиму. А для этого нет лучше сорта, чем петрушка листовая, которая отличается быстрым ростом и очень ароматным вкусом. Его можно назвать универсальным сортом, поскольку практически нет таких кулинарных блюд в нашей национальной кухне, где бы можно было обойтись без листовой петрушки. Эта трава нужна всегда и везде, особенно остро чувствуется ее недостаток весной. Для этого нет ничего проще, чем выращенную на собственном огороде петрушку заморозить в морозильной камере, засолить или засушить. Но именно при заморозке сохраняется максимум всех полезных веществ, включая витамины и минеральные соли. И даже цвет остается прежним.